Арарауруру, айрарайрарурору. А добрейшего времени суточек, дорогие подписчики и зрители нашего канала. Славутыч, здравствуй. Всем здорово. Что это за наркомания? Что это ты? У меня... Ну, это что-то интересное, мне Я кажется. так понимаю, разработчику пришла белка, и он решил придумать эту Да, херню. да, да, да. К сожалению, Блин. она вся на английском, но ничего страшного, мы же шарим. Да Опа. я шарю вообще. Сейвы еще какие-то пооставались. Кто меня знает, тот в курсе. Так подожди, а я ж заново что нельзя? Вот эта пуля жесткая, конечно. Она разрывается розочкой. Что я не могу понять, что за прикол? Сейф Да А, сейф нет, Б. это нема, это не сохранено. Нажимай первый просто. А, тьфу, блин. Это типа ты сохраняешь людей. Слышал звук булета, блин. Давай, опа-па. А, мы, походу, генно-модифицированная белка. Белочка, сука. Судя по всему. Не. Не, обычная белка. Ну сейчас будет. А, типа. Понятно, стандарт. Ого, так смотри, О, нормально так и как графон. графон, блин. Лучше, чем в симуляторе с куфом. Да, да. Блин, ну она какая-то резвая, сильно. Да, А, я вижу. надо было, походу, вот так. Может, ты чувствительность чуть убери. Да привыкнем, ты же гонишь. Привыкни к аппарату. Не топи! Ёб твою мать. А, надо что, все понажимать? Интересно, можно ползать, слышишь, поэтому? По стенкам? Да-да-да. Не, нельзя, походу. Судя по всему. О! Не получается. Но! Давай! О, все, вот две. Не, я понял. Пыталась оттянуть, конечно, в итоге оторвала. Ну, нормально, так белка чисто. Белочка. Это, блин, в натуре неудобно. Gameplay option. Control. Так, а где чувствительность? А, может, в контроле как раз, подожди. Нет. А ну-ка. А, это вообще его. Да, ну вот контрол, наверное, вот это, подожди. А ну. О! Сильно убрал. Или Да что? не, ничего не поменялось, походу. Ты чувствительность мыши поменял, походу, а не чувствительность кнопок. Ты же это кнопками А, поворачивал. ну да, логично, что-то я... Так, подожди, а как туда попасть? Ну как? Вот Куда? туда, вот. А. Что за сверхбелка, я не могу Ну вот, походу, на эту красную херню садишься, понял? понять. Серфинг. Оно она светится, слушай. А чё она светится? О! Прикинь. Смотри, зарезай. Вот это прикол. Погнали. Сука, пристегивайся, Слайк, мы здесь надолго. Отвечаем. Нравится, да? Ну, тут, блин, это лучшее, что я играл. Это игра года, сука, будет. Оп, не понял, а я ее что, не нажал? Какую? Вот это последняя, на Красной горе. Не, последнюю нет, ты до нее не допрыгнул. Ты прыгнул назад. Ох, сука! ХП сняла, ты видел? Значит, надо отключить как-то, понял? Да это понятно, но где-то еще, видать, кнопка лежит. Вот, видел, там мусора стоят? Ну, или кто там? Как они, да? Как они там называются? Или охрана. Че бросаешь? Видел А, мультик «Реальная белка»? Походу, такая же фигня. да. Блин, я... А, вон она. Чу, блин. Ты увидел где? Не. Вон. А, да, вижу. Блин, ну это еще найди, слышишь? Нормально так. Вот это реальная белка. Бам! Бам, Да ты бам, шо? бам. Батя в здании. Блин, я бы такого размера желудь золотой бы тоже хотел, не то что белка. А, ты понял? Есть, короче, обычные желуди, есть золотые, вон, возле белкиных ХП. Ага. Белкины ХП. Секрет. О, так он его Нихера себе. захерячил.
Это Doom начинается, я тебя базарю. Махать сейчас будет. 100%. Он, видишь, уже какой-то мусора в очках тут. Ты понял? Вот это именно чисто Алекс Мерсер какой-то к нам зашел. Что его трусит, тебе не кажется? Не, брат, ты что себя накрутил, как говорит Слави. Кто их на работу, сука, взял? О-о-о! Ты понял? Оля Клинт Иствуд, понял? Все, это будет... Белка зовут Клинт Иствуд. Сын у него. Смотри, как у него глаза светятся. Хапай волыну, давай, вот, либо он тебя, либо... Сука, это ствол больше, только чем такая, белка. Только такая, понял, да-да-да. Опа. Отдача за три. Не время. Сука! Патроны! А где? Не знаю. Ты повыкинул, сука, ствол! Я так понимаю... Я должен... А может ты... Что произошло? Ты его гасанул, надо добить, типа, понял? Он добивочка? О, ты же говорю, это Doom! На, сука! Тупо ракета, понял, короче? Бам. О, F написано, а шо F? Ого, ты понял, какая-то у него супер энергия. Такая, а где ствол? Наверное, в кармане, типа. В кармане. А, вот. Подожди. А он, походу, улетит. Не, не влазит. Мы сейчас все снима ствола. Бля, он... А зачем ты нажимаешь эту херню? Да я сучаю. Ну, последний что-то раз сучаю. Я думаю... Надо палец ему оторвать. Брат, ты как? Нормально? Но... Все нормально, да, белка его так типа... Блин, может где-то дырень где-то появилась? Ну, сверху. Подожди, или сможешь тут... Можешь наверх залезть. Может тут Е нажать надо, подожди. Сука, а что ж делает? Не понял, как будто там карточка нужна, чешу. Ой, пропало. Блин, мне кажется, ствол отлетел, понял, от меня и пропал. Или не? А ты думаешь, он тебе нужен сейчас? Да я так понимаю, может, он в будущем. Ну вот видишь, тут светится, так тут ствол был, и он отлетел. А, забахал. О! О! Это багануло. Блин, что за... Погнали наши городские. Шо, пацаны? Аниме? Оба. Блин, я же ему прям в ебасос попал. А. На, сука. О, добивочка, да. Что такое? Ну, типа показывает, что добивочку надо сделать. А, не, она показывает, что они там стоят, понял. А чё ты выбрасываешь его? О, нормально, с него желуди посыпались. А, правой кнопкой мыши бросать, понял, волыну это? Блин, вот такую, понял, вот такую игру бы в детстве. Да-да-да-да-да. Они в сраны. Я бы залипал бы, наверное, не знаю сколько времени. Так еще отдачу, понял, продумали всю эту тему. Да-да-да. Ё-моё. Белка рецидивист, понял? Лава, какого хера тут лава вообще? Я вообще не понимаю, что за лаборатория такая? Ну. Походу это как у белка с это, родом из этой лаборатории. Ну, вполне возможно. А им? Кульк. Звук такой, кульк. Почему он его выбрасывает, я не понимаю. Shift, понял? Нажимаешь, он выбрасывает. Уже модификация какая-то? А, просто типа. Меняешь тот же. Блин, она отлетает? Да, если на краю будешь.
Так ты видел, я уже с какого? 73 ореха надыбал. Может, за них что-то можно покупать будет? А, сука! Это ж криптовалюта. Белеющая криптовалюта. No. Oh, nuts! Типа, oh, no, понял? А, сука, стой! Прыгнул, главное, за ним. Не, я упал, если честно, я пробел не нашел. Я думал, прыгнул. А, ты видишь, я... А, стой! Я желудью, видишь, провтыкал? Ты понял? Ну, она показывала, кстати, там вот, что вниз надо за желудьми. Желудьми? Ну. Людьми-желудьми, понял? Вот ты желудь, конечно. Рома желудь. Ты что, зачем так? Зачем так дерзко сказала? Зачем ты обзываешься так? Интересно, а человек, когда прыгает, патроны желтым светятся? Не обратил внимания. Не. Вон, смотри. А, да. Типа у тебя их столько, наверное. Опа, а что это такое? Патроны. Q. Какие-то другие, наверное. А там было написано Q, нажми, я нажимаю Q, ничего не происходит. Может, когда ты кого-то будешь... А, стрелять? Это секрет бункер, он, видишь, на эти... Желуди золотые, вот эта фигня вот появилась. В правом верхнем углу. Но похоже. Все равно что-то подсвечивает возле патронов, видишь? Да-да-да. Ну, может, это специально, я не знаю. Блин, я думал, не допрыгну сейчас. О! А, так может именно на этом левеле, понял? Что я сомневаюсь, наверное, что игра, в принципе, длинная, но я думаю, не коротенькая прям. Блин, сейчас главное не упасть. Ты хочешь все ачивочки, да, собрать? О, сука, да, давай сюда. А я ничего не нажимал. Я просто пробел два раза нажал, и он выстрелил. Ага. А, он, наверное, чтобы подлететь выше, понял? Прикол! Блин, вот это я отвечаю, игра. Нормальная тема, конечно. Даже лучше, чем симулятор. А, скуф! А, тихо-тихо, я чуть не упал. Погнали. Блин, а я новый Doom ждал, ты понял? Какая четкая игра. Да, только ты что, ее пройдешь и больше играть не будешь. К сожалению, да. Ну, может, вторая часть потом выйдет. Просто понял, симулятор козла, может, тоже по приколу создавали? Ну да, уже сколько вышло. А. А, ты понял? Со стволом нельзя было. О, тихо. Не знаю, зачем я эти желуди собираю, но раз игра хочет, я буду делать это. Раз белка хочет, я это сделаю. А как туда попасть? Как-то можно. А, вон, видишь? Откуда ты понял, что по ним можно цепляться? Не знаю. Угу. Это все опыт, Слай. Игровой, да? Да. Жопа, конечно, дело такое. Блин. Не, ну если ты будешь еще ачивки, конечно, все собирать, то ее надолго хватит. Да не, ну слушай, тут пару секунд это занимает на самом деле. А, видишь, теперь он типа три раза еще, оказывается, можно делать. А, я не взял. А что ты не сказал ничего? Ну ты потому что не смотрел. Да ты не искал! Тихо. Сука. Блин. Опа, нормально. А что это было? Рикошет, походу, понял? Сука. Прикольно. Отвечаю, вот просто красавчики. О, видишь, что-то сейчас за соточку дадут. УЗИшка! О, УЗИшечка. Арара, уруру. Давай, 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 родная. Видишь, ты сказал, что можно будет что-то покупать. О, А. Поменяй. Нафиг. Ну, так у тебя патронов нет. Так смотри, да, понял, они прям Submachine Guns. Ну, СМГ, понял? Просто народе петух, или как мы его называли? Ну или, да. Или бублик. Не, бублик, по-моему. УЗИшка. А, петух, он другой немного.
Да-да, мы настолько старые, что мы называем эту всю фигню вот так, как говорим. Так, а что? Не, ну не надо вот это. Старые. Active. Шо? Не, эти песни не надо. Yellow Angry. А. Ни хера себе. А ты шо? Ты шо, это Макс Пейн? Макс Пейн, да-да-да. Я хотел сказать, может будет как Макс Пейн и приехать еще. А, ты понял, Кью притягивает. Ух, сука! Ты подножку поставил. Дима, мне вертуху крутануло, я, блин, сдох. Ну, вертуху на земле, ну, подножку. Вертуха, сука. Вертушечка. Ладно, орехи мы, в принципе, те собрали, так что... Блин. Это что? О, шишка. Я думаю, что это типа... Ух ты, ёпарь. Сука. Еще раз, еще раз, еще раз я хочу увидеть это. Блин, ну тут реально нормально так долго поработали. Ух, сука. И что, конечно, мощно. Ты что, ты что? Даже лаву эту нарисовать, да, мощно было. Ну да. Все, халдея. Ну, я думаю... О, ух ты. Мы вышли ты из бухты. А как туда попасть? Блин, я ж прыгнул, наверное, зацеплюсь, скорее всего. А, во. Зацепилась. Зацепила меня. Вот. Опа, так где-то? Давай, да-да-да-да. Не получилось. Не фартануло. Ага. Я же тебе говорил, что не так. Блин, да я в принципе не долечу наверняка, не? Думаешь? О, пацаны, спасибо, что сдохли. А, подожди. А я что, отсюда не допрыгну, думаешь? Ты можешь стрелять еще, не забудь, чтобы допрыгнуть. Сука. Ой, блин. Ты видел? Вообще тупо. Да, нормально. Тут можно в космос полететь, блин. Ты понял, блин? Что меня это так смешит? Ой, тихо-тихо-тихо, не-не-не. Ну ты просто немножко дурачок. Че, нормально все? Да ё-моё, че я шифту эту сраную нажимаю? На автомате, понял? На автомате нажимаешь? Мизинчик, понял, так и тянется. Так это ж не автомат, это ж УЗИшка. Это полупистолет. 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 Пистолет. Братишке, подари на днюху полупистолет. А зачем ты выкинул свой пистолет? Так специально, я же не могу на это финить еще. Так а зачем, если ты можешь подлететь на нем, на своем пистолете? Это что такое? Опа! Шляпа! И на глаз этот. Это от этого, от желудя, понял? А, тут есть. Ты о чем? Типа подлететь ты имеешь в виду? Ну, а, да, ты ж ну да. Стрелять, блин, и взлетать. Блин. О, слушай, чуть-чуть реально... Чуть-чуть ближе надо было. Вот так, вот так. Притыкни. Так, а тут... Они сами тебе, видишь, дают по это пополнение счет. Да, да, да. Пополнение счет! Блин, не долетишь, да. Блин, ну это шедевр, отвечаю. Мне прям, ну, оно прям гэгнуло конкретно. И что, что интересно, я не видел обзоров на нее. Ну, мне не попадались. Да все, наверное, подумали, что это шляпа какая-то. А-а-а, тихо-тихо-тихо. Ты видел прикол? Блин, обидно. А что я там не долетел, и что не могу вдуплить? Или она была не туда? А туда, наверное. Обзор, блин. Обзор на белку. Я не знаю, ну а какую еще волыну могут тут дать в дальнейшем? Как ты думаешь? Не знаю, любую. Какую бы ни дали, я думаю, что это будет выглядеть эпично. Ты думаешь, не? Блин, а куда дальше? Ты ошибаешься.
Ты думай по-другому. You ошибаешься, да? Блин, что туда надо? UR. Подожди. А, нет. Да. А. Так, блин, а ну подожди. Ага, я понял. Только тебе надо прыгнуть вначале в ту сторону. Опа, опа. Нет! Чуть-чуть, блин. Блин, еще и сдох, сука. Да, конечно. Ну, если ты... если человек, да, блин, рак, то это надолго. На всю жизнь, я бы сказал. Ничего, сейчас быренько, я уже наловчился. Я тебе говорю, Спайдермен бы обоссался бы. Тут белка, понимаешь, летать умеет, Сузи. Тупо белка Сузи летает. А, да что такое? Белка Сузи. Блин. А я смогу отсюда, как ты думаешь, долететь? А, мне не работает. У тебя нема патронов. Я думаю, белка... Прикинь, как ей загорать. Загорать ей? Да. Да я думаю, она туда только нырнула и сразу сдохла. Что там той белки? А ты, сука, что ты выбросил? Вообще? Вообще белки стрелять не умеют, да? Не, вообще она должна была прям перед лавой. Температура, что возле лавы, тоже большая. А уже должна была загореться. Я думаю, это она обычная белка. И тогда она должна быть как терминатор. Я думаю, это белка, понял, правнучка этого, какого? Той белки из ледникового периода. Да, да, да. Было прикольно, если когда она в лаву падает, понял, что палец еще вверх подымала. Да, 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 да. Разрабы. На заметочку. Фу. Все, видишь, ты был поувереннее чуть-чуть, ты просто не уверенный. Ты не уверен. Нету жизни, Никита. О, сын, мы все собрали. Между прочим. О, да, кстати, на туре. А куда нам надо вообще? А, вверх пока, стрелка, да? А как туда попасть? А, на ту сторону перебраться. А, надо на трубу попасть. А вон труба, да, да. Блин, а я отсюда долечу? Ну, отсюда более реальный. Высоко все-таки. О, четко. Блин, походу выкинуть придется. Блин, ну... Ты шо, сука, беличи? Подожди, а может отсюда... Опа. Я ее в лаву выкинул. Да, 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 я видел. Ну я не специально, на самом деле. Походу мне... Где бороду... там труба сбоку была? Нету и больше? Блин, она походу вышла. Не. Не, вот она, вот она. Четко. А, это вот сюда? Да. Не, не сюда. Да. Вон все четко. Блин, просто я к управлению очень сильно не могу привыкнуть. Оно такое резвое. Чувствительно. Ну, по сути, как белки, они же такие дерганые, понял? Дерганые белки. О, тупо левел комплит. Не, комплит, чё лап. Слышь, не спорь. Не спорь с моим английским, да? Не поднимай мне сахар. Не поднимай мне, блин. О, мы еще и по улице будем гасать? О, ля, смотри. Да, ну я говорю, это реально, вот в детстве мне эта игра бы нужна была бы. Я бы в нее долго бы играл, понял? Сейчас бы я прошел бы и не играл. А в детстве я бы тупо... О, можно на тачке ездить? Походу. А, так это маленькая, понял, машинка. А что ты он делал? Он ее заблокировал, типа ее открыть надо. Надо собрать все ачивки. Не, не ачивки, надо желуди собрать. А, чтобы купить, типа? Да. Смотри, смотри, смотри. О, я такой мечтал с детства. О, цена так... Сука. Ни хера себе она стоит. Смотри на эти зубы. Спасибо, это что, 12 штук, по-твоему? Не, он просто пока. Там что-то еще, по-моему, можно купить. Что написано? Зайдите к соседям. Соседям. Golden, золотой, чтобы собрать золотой орех. Golden nuts. Блин, а волыну мне дадут? Ну, наверное. Где-то найдешь, я думаю. Надо зайти только. А. Я не понял, что вообще здесь происходит? В хатах тоже. А, так это понял, полная это лава. Игра. Тут, кстати, две одежки можно, походу, взять, надыбать. А тут, слышь, они так спокойно респавнятся, можно, блин, подыхать и эти же орехи собирать. Сколько их там надо было? 600? 600, да? Я не вижу отсюда.
Мать, куда бежишь? Там что-то еще вон продается в этих кустах. Что, так можно было? А, это специально, наверное, чтобы на крышу попасть. Вон еще один сверху золотой. Надо валы нападать. Ого! Ого! Это что было? О! Что такое? А, можно в него... Что, убить его можно? Не, управлять ним. В натуре. Белка свернул черепуху. Тупо белка почувствовала кровь, понял? Да, ты жесткий. Блин, ее трепает, понял? Ну, мебель. А. Интересно, тип воскрес? Подожди, орехи что, минусуются или мне показалось? Не знаю, я, кстати, не смотрел. Ну, наблюдай, короче, за этим. Ну, 64. Это, по-моему, было столько. Ну вот и узнаем. Что происходит? Что, пластмассовые, что ли? Да это не это. О, прикол. Блин, а что не падает-то? Надо было сбить, наверное. Блин, она упала как раз. 4 в натуре. Ты каждый раз вздыхаешь, и она минусуется. Офигеть. По 20 штук причем, прикинь. Да вы что гоните, блин? Ну, невыгодно. Да, конечно, нет. Бля, пока тут золотой сраный... А вот что я не респавнится. Мать, я ж тебя замочу. На, сука. Видел? Тупо прилет у нее, так что такое? Она тупо охерела. Он в перчине ей. У нее, понял, тупо даже воздушная тревога не сыграл. Ох, сука. Блин, ну лава это подстава. Ну, жесткая. Да, согласен. Угу, согласен, да? Угу. О, зато эта фигня упала. Блин, что ты вокруг на раму запрыгивает? Что, долетим, Слай? Ну да, что тут долетать? Никогда не долетать. Я уже сомневаюсь. О, спасибо желудю за победу. Роме? Роме желудин за победу. О, что это, плюс 6? X6. Не. Это типа можно... О. Берем. Вот это я понимаю. А не, то что, играть типа или что? Что? Ты не... Смотри, вот ну, это? Ящик, что это, да. Да тут одежда, ты чё? Чтобы ее открыть, надо 6 тебе. Золотых желудей. Ну, лучше тачку. Ну, понятно. Нет, так я так понял, тут все надо, наверное, открыть. Ну, наверное, да. Тогда это надолго. Сука, отдача это, конечно. Блин, я же забыл, что тут патроны заканчивают. Там на чердаке еще золотой желудь. А, вон еще. И вон еще, и на чердаке еще. Блин. Тебе, зачем ты выпрыгнул? Тебе надо обратно. Сейчас, так патроны возьмем. Патроны надо. А, все у нас. Они продумали этот случай. Блин, мне кажется, как будто с каждым разом он еще сильнее отскакивает. А как отсюда выпрыгнуть? Один патрон остался. А, там и все продумано, Слай. Только раньше можешь иногда свои хорошие идеи говорить? А не под конец, когда я уже, блин... Что за обои странные? Ты можешь мне объяснить? Перчик их называют. А, не фу, они респавнятся. Пугаешь меня. Да ты сука. Кинул волыну. Мне нравится, что он именно бросает. Как человек нервничает, а? Ну, так это прикольно. Да что ты, блин. А ты... Да? Скачай ее, сука, и я посмотрю, как ты поиграешь. Да у меня Pentium первый, я не смогу. Пентиум у него.
Берет и стреляет. Не, ну давай на тачку, да, хапить? Одежку. Ну, да, по-любому. Запомни, что ее здесь надо забрать. Блин. А нельзя там как-то в окно выскочить? О! Шикардиссимо, блин. Надо найти, где может отсюда на чердак можно как-то попасть, понял? Да, кстати, вариант. Нет, тут. А там по той трубе, походу, надо, слышишь, как-то попасть. О! Что так крыша делает? Все, хлипкая белка, блин, прошла. Да, да. Они такая уж это большая локация. Ну, все равно вон, смотри, ачивочка. Ачивочка. Мне кажется, у тебя само понятие ачивочка не сильно сложено. Ну, там у меня все ачивочка, понял? Вот если она тут блинкнет сбоку, значит это ачивочка. Так. О! Не понял. Что именно? А столбы тебя не смущают? Ну, я же тебе сказал, вон там вон сверху ачивочка на нем. Ничего меня не смущает. Ни слова ачивочка и ничего такого. Я именно француз, понял, поэтому. Если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я белка или балерина, понял? О! Нормально. Блин, звук природы тут такой, знаешь, как будто я реально где-то на улице сижу. Так а ты ж на улице сидишь, тут нема звука никакого. А, и белки, кстати, тоже нет. Ты вообще за компом не играешь. Какой YouTube канал? Ты же дебил. Мужчина, вы во сне обосрались, проснитесь. Подкрутило так подкрутило, конечно. А, ты понял, типа в том доме столько-то надо найти. А, там еще две вещи было. Опа, он тихо, тебя тихо, брат. Ого! В смысле? Блин! Дебила кусок! Что, сука, со мной связаться решил? На! Тупо хедшотнул его, ты видел? Давай добивочку. Бери ачивочку, делай добивочку. Ты понял? Пока! На. Алло, патроны экономь! Понял, хреново, что крови еще нету, понял, было. А, да не, это, наверное, там, скорее всего, надо. Ну, ты понял. Не, не понял. Надо, наверное, какие-то права особые покупать. О, хоть, спасибо, что хоть хедшотнуть можно. Бам. Туп. Ты понял? Ну, это... добивки прикольные, конечно. Это, наверное, белка Дэдпула. О. А, это патроны, да? А, не, это понял. Хилит, понял, вот эту способность. А, ну да. Так, что ты, брат? Блин, ну тачку по-любому надо взять. Это сколько нам еще осталось? 4 золотых? Там, блин, 600 таких еще надо, не забудь. Где прицел? Бам, сука. Не, ну каждый раз смотреть сейчас, наверное, напрягать будет. Блин, он что, сейчас проснется? Слышь? Там еще он. Что за мразь? Что ты за мразь такая, что в белочку маленькую стрелять хочешь? Хотя белка еще... Видимо, он знает, что это за белка просто. Белка Макс Пейна. Ух, сука, у меня попадает. Пацаны, вы что, в тир ходите или что? А, можно его с двух патронов, понял, зарамсить, походу. Интересно, за обычных людей тоже желуди дают? Да выйди на улицу, проверь. Сидя, тут много всякой фигни. Блин, опять я shift нажимаю, сука, ну как так-то? Ну привычка, чтобы бежать. А, тут, видишь, платье будет. А это, наверное, парковка. О, подожди. Ты знаешь этот прикол? Специально от белок. А, это для белок? Да, от белок.
Серьезно? А, это сохранится. О, кстати. Блин. Что нам надо? Потому что я смотрю, что игра идет долго. А это что, в натуре вешают такую херню? Да, чтобы они не воровали у птиц еду. Ты что, никогда не видел? Не, где? Где я мог видеть? У нас? Там в интернете? Да, у нас. У нас. У нас белых поел ловишь, чтобы сожрать их, скорее всего. Не, я реально не видел. Прикольно. Хорошо тебе живется, когда эта информация, не знаешь. О, тут... Думаешь, это важная, да, информация? Да. О, так надо скейт диска. А, это на машине надо будет потом. Это так же самое важно, понял, как... Я же сказал, что любую пушку можно будет. Тупо РПГ, блин, дядя. Ты прикинь, дядя РПГ! Отвечаю. Иди отсюда. Опа. Блин, сука, придется добивочку делать. Добивочку, патронов нету, но похрен. Да. Но сделаем. А прикинь, сейчас такой клад снима. Четко. Вот, так патроны появились. Да? Да. После добивочки. Так, подожди. О, зато мы знаем, где респа патронов. Так, тут глэки, походу, сидят. Открывай, сука, Новый год. Там замок. О, да сраки, тут замок. Не, дядя, добивочку я не буду. И в голову ему попадал. Контрольное сердце. Че, мешает? Ты агент 07. А, я понял. Блин. Я взял? За щеку. Опа, это что? Ну это да. Ух, сука! Нифига себе, ты видел? Фугас, походу, был. Фугас. Опа. У него УЗИ, сука, это моё. Блять. Пришлось добивочку делать. Интересно, а УЗИ можно забрать? Сейчас узнаем. Так, мы сегодня вообще что-то купим? Та ты шо! Та ты шо. Вот там, кстати, ну, сейчас мы здесь по локации полазим. Надо как-то под дом залезть. Блин, а как туда попасть? Под дом? Под дом. А может сверху как-то? А это ж да, пополняет? А, да. А что они этого типа в заложниках тут держат, если там нет? Брат. Он качался. О. А ну возьми. Да. Нифига себе. Может, 20 быть, килограмм. Ну, наверное, не можешь. Ну. Мне кажется, что она для чего-то нужна. Может пробить этот? Может быть. Думаешь? О, да, думаю, да, это нормальная идея была. Может просто на двери тут повыбивать этой фигней? Да уберись, сука. А ну. Да что происходит? А, может, слышишь, пробьется пол? Все, я понял. Или сбоку та сетка. Да. А нафиг я это делаю? Может, ты запомнил, где УЗИ лежит? Точно, прикинь. А ну. А, или он красный. Фиолетовая какая-то, или красная. Фиолетовый, тупо красный цвет. Да я не вижу. На синим подсвечивает, а синий с красным это фиолетовый. Не, подожди. Может где-то в другом месте дырка есть? Ну да. Посмотри, откуда она ведет там. О, типа играет. О, гриль.
Газ херячит. Блин, надо тут походу стрельнуть, понял? Да, да, да. Сейчас, брат, подожди, мы спички принесем. Определенные, правда, виды спички. Я бы так точно и сделал в жизни. Посветил бы в бензобак? Да. Можно прямо отсюда. Не? Да не, наверное, ближе надо просто. Холостыми, походу, блин. Так, да что ж такое? Можешь, сука, скотчем мне этот shift заклеить, я не могу. И кнопку выдрать можешь? Ну, выдрать могу. Кого? Выдру. Э! Что, блин, окунь? Чё, и упал? Чё, упал вообще же? Паяльник? О! Шмотка. Давай. О, давай, давай, давай. Ля, я президенто. Ля президент. Ля президента. Ну, я думаю, типа, тоже для какого-то... Не, ну тут по-любому должен быть. Подожди, может, тут просто взаимодействовать? А, ну. Или включить эту, понял, трещину, ну, как она называется, пьезу эту. Зажгло. О, блин. Ха. Пацаны, я жрать вам принес. А, им в натуре они типа понял, что жрать просят? Мясо просят. Так оно не жарится, потому что этот поц. Что-то по-любому тут сделать надо. Может разобрать эту фигню? Но я пытался, но не берется. Прикольно, чтобы внутрь можно, понял, даже забежать. Ну да, ладно. Просто... Как легко нас удивить. Просто, может, надо было бы достать, она взорвалась бы. Понял, чтобы красную надыбать. А-а-а. Может быть. Нормально, пацаны, чего вы топчетесь по трупу? Да-да-да-да. Ты упал, придурок. Какие вы здесь именно дятлы, именно Вуди. О! Блин, после всего, прикинь. Оказалось. Ну. Чисто именно окуни рыжие. Мы с тобой. Согласен. Угу, согласен, да, Саш? Угу. О! Что у тебя за новый прикол? Угу. Угу, да, согласен. Ну, моб, вспомнишь, а когда ты... ему леща дал? Этот, Андрей или как его там? Угу, да, ну, и он да, такой, да. Дура, блин, чтоб не втыкал. Он такой, угу, согласен, да. Тупо лещину поймал. И такой, да, согласен, да, да. Меня тут немного напрягает. Это что? Сейчас, я понял. Я так думаю, что это надо кидать, да? Ну, это бомбы. Может, это красный взрывается от этого? А, кстати, да. Сейчас. Блин, так мне и волыну надо, блин, и это приносить. А может, так взорвет? Да, работает. Да, работает. Да, 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 работает, работает. Согласен. Угу, согласен. Угу, согласен. Блин. Сейчас придется два раза бегать. Угу. Сука. Научил, блин. Блин, а здесь вообще опять желудей, походу, золотых. А ты желудь. Рома. Если хочешь быть Ромой, будь Ромой. Да что, какой Рома? Ты что, гонишь? Роман. Рома, я Ром била тебя. Твоих намеч, мич, мощь, мич, мич, ма, танцуй, танцуй. И в каждой находила себя. С как он лапами шевелит? Ля-та-ти-ля. Чисто Квэмбл, блин, жесткий. Прикинь, сейчас не донесешь, она взорвется. Да не, ты шо? Да не. Я думаю, что туда и ту надо кинуть, еще одну. А где она? Там в начале, да, было? Да, где-то там. В гриль, думаешь, что кинуть? Да, 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 да. Я тоже об этом подумал. Сейчас попробую. УЗИ подождет, да? Ну, это УЗИ... интересно. УЗИ не УЗИ, понял, блин, беременность не пробьет, так что нормально. БУЗИ не БУЗИ. Абади, абузи, абудай, забузи, лабуздай, лабу. Ну, примерно так, да. Брат. Лови аптечку. Принесли спички.
Тупо на этот. Коробок целый, блядь, принес. Прям вовнутрь попал. Да. О! О, там вообще шикарно. Блин, ну прям как знали, да? Не, ну он запихивает, конечно, себе, это жестко. Ну, слушай, прожорливый. Рот да. Есть, прожорливый. Чё ты сразу? Я президент Белка. Ля президента Белка. Лучше звоните Белке. Блин, ну я бы хотел бы себе такую белку, понял? Вы, может, свою... Сублимировать с этим сузишкой? Тупо, может, кошку свою научить будет сузишкой ходить по дому, блин, кошмарить все. Прикинь, такая ганста-белка. Блин, да тут, смотри, 5 желудей. Сейчас я понял, наверное, на крышу надо. Ну да. А, да, да. Так, охраняйте, пацаны. О! А ну, гасани его, чтоб он не втыкал. Желуди посыпались. О, тут штрих в шоке, думаю, где ж мясо делать? А чё не сдох? Забор разнесло, понял. А чё не сдох? А это и есть бомбочки. А чё не красные? Это что-то другое, как будто бы. Или то же самое. Нет, то же самое. Но забор разносит нормально. Да, только кабиночки почему-то нет. О, тортик воскрес. Воистину воскрес. Надо открыть. О! Пушка. Я еще думал, что он закрытый, думаю. Ну ладно, наверное, будет работать. Будет работать. Работай, сука. У тебя смена. Блин, что-то мне это напоминает. Я не знаю. От сука. Походу... Ну, я не знаю, те игры, то, что мы в детстве играли, про такие мультяшные. Ну да, на именно вот эти собирать монетки, понял, там. Это Симсы играл, не Симсы, а Симпсоны. А, да, 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 там, кстати, тоже такая тема была. Только там монетки надо было собирать. Ну да, да, да. Так, а шо? Цыпленок Ципа. Эй, не играл. Не играл, там что, там яйца вроде бы надо было собрать, чешу. Человеческие? Да, человеческие. А, что? Так ледниковый период игра. Белкой бегаешь, я не играл тоже. Собираешь эти яйца, и золотые, и такие, понял. Ой, яйца. Яйца. Я все про яйца. Беличьи яйца. Тебе, блин, да, что-то да, яички нравятся. Яички. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О! А-а-а, ты понял, надо было... И надо было ему принести новый. Что, это говно? Мясо, пожарилось. А, в натуре, сейчас дадим они... Дядя! Его найти надо везде. А, о. Всем надо, блин. Попробуй теперь найди, надо искать. Ты не искал. Да это ты как не будто сырое. Так оно да, надо. Ты же не понял. Блин. Да я понял. Принести сука. Нормальный газовый баллон. Так в натуре тут мясо раскидало, блин, по всей локации. Может он сейчас новое поставит, когда ты баллон принесешь. Надеюсь. Блин, его там походу нормально так раскошмарило. А чё оно золотым стало? Ну, сука, работай! Ты думаешь так? Ну, в принципе, в теории можно, опять же, поставить этот баллон. Да, взорвать. Ну, ты не забудь, что мяса нет. Так я не знаю, где холодильник надо идти. Да он нет, оно же было. Ну я понимаю, что она пораскидывала, ты найди его. Она так взорвалась, что на его нахуй. О! Вот уже два. Что, она только одно пожарила, что ли? А, их всего три. А, нет, четыре. Получается. Что за фигня? Где-то видишь еще? Да я думаю, что она может и на дороге быть, где хочет. А что там происходит с телами, я что-то не понимаю. А что сегодня? Не знаю, он что, рыпнулся, я видел. Да, да ты не видел. Да ты не искал. Что-то в этой локации, понял, происходит. Немыслимое.
Что, я думаю, надо идти сохраняться, потом будем искать. Ну ладно. Кусок мяса, блядь. Ты кусок мяса. Мадам, вы, по-моему, обронили. Куда, сука, попиздила? Вот, сучка. Все, пошла. Оказывается, она не такая быстрая, как мы ожидали. Так, я надеюсь, она второй раз хоть сохраняется. Да? Как оказалось. Или нет? Да, 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 сейчас раскрутится, о, пошло дело. Все, да, добьем это говно в следующий раз. Да, что говно, прикольное. Да, прикольное, конечно. Так что, ребятки, спасибо, что смотрели. Обязательно подписываемся на канал, ставим лайки, жмем колокольчик и пишем комментарии. Ну а мы прощаемся, да, Славич? Yes, yes. Всем пока. Всем пока.